Как она вдохновляет вас вообще, эта деятельность? Вдохновляет, конечно. Нужно, очень нужна людям. Есть люди, голодные старики. Что вообще тут происходит у нас? Происходит ужас. Люди, бедные люди. Дом. Прям в дом прилетело. Люди, там же люди. Посещено. Вот. Просто кому-то рассказать, ну, сложно. Ну, что здесь происходит? На асфальте от раков. Эти, наверное, танки.